Всем привет, с вами Time Games, и мы продолжаем бродить по богом забытому городу, в котором теперь уже население составляет зомби. Так и называется игра. Продолжаем ползать по яслям, точнее, продолжаем играть, а по яслям только мы начинаем ползать. Давайте врубим свой сканер. Так, двери. Такая музыка успокаивающая. Вот этот, видимо, покемон играет. Так, где двери? Толчок. Помни, тебе нужны лекарства и больше ничего. Хватай и беги. Понял. Так. Блин, стоим нам не как-то. Здесь уже не все так радужно. Так. Давайте откроем путь к отступлению. Вот уже началось. О, бля! Ёлы-палы. Из шкафов они еще не выскакивали. Так, это мне птичка. Да, опять ты мне попался. Так. Идем. Наверх, лестница вниз. Так, нам нужно на нижний этаж. Опять полицейский. Полицейский тут откуда? Так вот. Давайте послушаем нашего связиста и не пойдем туда, куда не надо. Заперто. Так, это что у нас? Туалетики.
Это что такое? Что, невидимые зомби, что ли? Ну, вот вообще уже. Для такой двери нужен электронный ключ. Тебе так. Чувствую, что я за этой стеной, там очень-очень много зомби, которые не любят людей. Так, ага, это вокруг. Как же мне хотелось зайти? Ага, нам еще и пропуск нужен, чтобы умереть. Ну как в шопе. Все, идем на смерть. Какой-то тут пол дряхловатый. Вы не находите? Да уж. И как раз мы свалились в подвал. Я тебя теряю. Я сам себя теряю. Ёлки палы. Чё у меня с фонарем? С фонарем такое? Пистолета-то нет. Полковый. Уже. Что за невидимая хрень? А, опять эта тварь наэлектризованная. Подохнешь, нет? Что это? Да ну нахер. Ёлы-палы. Что, она сдохла? А, вот ты где. Здравствуйте, ну-ка, покажи его поближе.
Пиздец. Так, надо что-нибудь захавать. Немножко подкрепились. Так, знаете, что у них был пароль какой-то? Семь. Так, пять. Блин, тут пароль какой-то. Так, что там? 5, 4, 7. Нахер. Остальную цифру так пробил. 5, 4, 7. Так. 5, 4, 7, 0. 5, 4, 7, 1. Отлично. Так, и что же тут у нас? Си-4. У МП-45, если не помню. С этой штукой тебе почти никто не страшен. Вот это я куда открыл пароль. Что это за пушка-то? Ну, вот она. Автомат. Патронов. Так, то мы все еще не вышли из этого гребаного садика. Ёлы-палы. Повешенный. Какая-то тетка повешенная. Тут где долбится? Нахер надо. Так. Что-то у нас тут совсем светло. Это у нас кухня. Добро пожаловать в мир крыс. Газ еще работает. Можно себе что-нибудь покушать сделать. Так. Ага. Вот что у них на спине бывает. Нахуй тебя. Не хочу я еще одного терять. Что это? Патроны для дробовика, 3 штуки. О, аптечка, вот это круто. Так, патроны пистолетные. Так, ладно, эту фигню нам не надо. Меня. Арайти, Ислям направляется орда. Прямо сейчас они ломают дверь. Да я вижу. Тварюга.
Короче, сваливать надо. Ебать! Ты тупень. Сюда иди. Вот так вот тебе ушлепок. Сколько? 3 патрона осталось. Так, ладно, с пистолетом походим. Так, давайте немножко подзарядим свой фонарик. Можно даже что-нибудь скушать. Этого. Так, вот для пистолета как раз есть. Можно пострелять. Так, получай. Короче, надо валить отсюда по-быстрому. Мне это место вообще уже не нравится. Чё, опять появились, что ли? Ворон. Так. Письма Ди. Какой пароль? А, тут поп. Где его взять? Это, по идее, у меня 2 задания. Так. Где они? Ну вот, достать доктору 7 писем. Что-то я карточки не нашел.
потом как? Не знаю. Воран. Чё сидишь? Ёлы-палы. Так. Патроны. Патроны. Пистолет, у нас уже патронов нету. Значит, мы будем использовать пистолет. Мина. Так, ну-ка, Сашка. Мясо животного. Где для тебя? О, зомбак. Ходит. Так, ну он один, поэтому можно его ликвидировать дубинкой. Так, ничего нет. Так, а это что проход? А, я здесь был. Не знаю, в общем, где находится пропуск. Вообще здесь ничего нет. Сканер ничего не ловит. Так, а тут у нас чего? А, я все пришел, походу, дело. Дверь заклинила. Мать. Попробую починить и открыть ее отсюда. Дай мне минутку. Что-то я чувствую, это минутка сейчас. Готовься, солдат! Чумные идут! Ёбаный в рот. Так. День. Работаю! Не сдохну. Я себе их. Блять. Я себе. Бежим нахуй. Я тороплюсь как могу. Между прочим, я не принял предложение Викрама, помнишь? Ну, блять, быстрее. Так, оружие меняется. Погоди, почти готово. Да не бросай меня сейчас. Блядь, пиздец. Все, дверь открыта. Бегом. Ah!
ёб твою мать. Нахуй ебал я в рот. Чешем, но. Пипец просто. Все потратил. Так, что, через рынок, что ли, идти? Пошли через рынок, что делать? Так. Тут что, закрыто, что ли? Да нифига. Так. Конечно же, ничего нет. Все патроны кончились. Для винтовки еще есть патроны. С винтовкой буду ходить. Нет, буду ходить с этой. С этой, с этой. Ну, с этой, так с этой. Ёлы-палы. Короче, она какая-то косая вообще. Куда они тут снова появились? Весело. Короче, дорогие друзья, не знаю как вы, а я хочу сходить и сохраниться. Это придаст мне сил, бодрости, энергии и всего остального. Или что, у нас уже что ли автоматически поменялось топливо на антибиотики? Если да, то мы сейчас можем включить, а нет. Нет лекарственного топлива. Все-таки. Все-таки нет. Так. Поправляемся спать. Вот я зачем сюда, дорогие друзья, ходил. Для того, чтобы у меня здоровье улучшилось. Так, а ну-ка. Что у нас в сундуке за есть? Доски одни. Так, улучшалка. Так, у нас очень много улучшалок. Поднимаем мощь. Пистолета. Давайте в пистолеты его воткнем.
и... Так, это карабин. Во. Карабин. А это чё? Разброс. Отлично. Так, и пистолет. Разброс. А, нельзя. Да, автомат. Во, автомат, конечно, понадобится. Ну и всё. Так. Посмотрим, что у нас есть в сундучке. Ну да, в сундуке одна херня. А вот патроны есть. В принципе, можно взять и вот эту штуку. Ну что, все, погнали. Так, нам нужно сюда. Так, карту мы почти всю излазили. Сюда придется. Больше не покуда. Но там зомбяшки появились. Нет лекарства на топливо. Так. Хуят они тут везде. Давайте их запалим. Давай-ка. Отлично. Падла живая. Живая, блин, живая. Поползла куда-то. Вот он. Не может закончить с первого раза. И дюлей получают. Сюда. Сюда иди. Текс. Ну давайте что ли сюда сходим. Бежим! Так, что это нам дало? Какой-то поход. Так. Это что такое? Письма Ди. Угу. Одно нашли. Точнее, у нас получается уже их два. Так, давайте взглянем. Так, ну-ка вот это. Так, осталось у нас... Раз, два, три. Четыре письма осталось. Три, значит, у нас есть.
Один-то вот мы там не взяли, ну там просто карточка какая-то нужна. Следов тут нет. Наконец-то. Спасибо, родной, за шоколадку. Я уже, по-моему, здесь был в самом начале игры. Доски, которые я тогда не взял. Что это, круговая? Да. Да не хочу я взять это дерьмо. Я бы еще знал, куда не надо. Тут вороны. Ладно. Хер с вами. Убежище. Так, кто где? Ползучая тварь. Так. Что-то я тут еще запас. Запас. Нашел. Нашел. Что это? О, сок, это клево. Что это? Я жду капкан какой-то. Так, ну-ка. Здесь пошвырнемся. Ничего нет. Так, тупочки. Давай, родной. Эти сигнальные ракеты уже надоели. Ублюдок там. Так. О, давайте подождем. Ну, что там? Половина? Так, ладно, идем. Так, вот выход. По-моему, здесь.
обменять. Если я правильно помню. Да, это стандартный переход. Сейчас нас, наверное, опять тут ждут. Там есть лаз. Как туда пройти? Непонятно. Так. Я что-то вообще не втыкаю. Опять этот испуг меня на этом месте взял. Ага, вот она, заправка. Пойди, и зомби еще накидали. Эй, меня кто-нибудь слышит? Помогите! Нас трое в церкви Святого Георгия на Брик-Лейн. У нас есть еда и вода, даже пистолеты. Но мы в ловушке. Пожалуйста, если нас слышит полиция, помогите. Помогите, прошу вас, помогите! По-моему, явная ловушка. Вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось. Не говоря о заныканной куче пушек и еды. Мне тоже показалось это подозрительно. Ну что же, дорогие друзья, на этом наша серия подошла к концу. Туда мы пойдем уже в следующей серии. С вами был Time Game. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. И... всем пока, до следующей серии.